Традиционная выставка молодых художников «Усе разом» собрала на одной площадке как начинающих мастеров кисти, так и более опытных авторов творческой профессии. Символичное название говорит само за себя. Независимо от формы визуализации, представленные здесь работы уже нашли отклик в сердцах зрителей. Взгляд молодежи на окружающий мир, на себя в искусстве, на какой-то свой творческий потенциал, на какие-то проблемы, может быть. Вот чтобы она не была такая очень конкретная тема, достаточно такая обширная. На открытии выставки «Усе разом» обычно многолюдно. Спешат оценить уровень берестейских художников люди, занятые в разных сферах деятельности. В большинстве – представители творческих профессий. Одни приходят поддержать друзей и коллег, другие – определить уровень своего профессионального мастерства на фоне других специалистов. Третьи заглядывают на вернисаж в поисках вдохновения. И бесспорно, каждый из них сможет найти здесь что-то для себя. Это выставка молодых художников, и, соответственно, с каждым годом художники меняют свой состав. То есть выставка до 35 лет, какие-то художники вырастают, какие-то, наоборот, подрастают. Вот. И в этом году есть очень интересные молодые девушки, парни, которых я даже раньше не знала как художников. И в этом году у них была возможность очень здорово проявиться. Художник не может делиться на профессионал или непрофессионал. Это состояние души, это творчество. Конечно, каждому художнику нужно повышать свой уровень мастерства, но прежде всего это нужно стремиться к честности и к искренности работы. Порядка 80 работ, разные техники, разные жанры, разные виды исполнения. Однако все создано с одинаковой любовью и желанием удивить зрителя. Вот такие они, берестейские художники. Люди с открытым для эмоций сердцем и бесконечно искренней, светлой душой.